На стодолі на розі заплакала дівчинонька у батька на порозі. Дальше не помню. Ваші аплодисменты Андрею. Итак, Алексей. Ой, тоне. Стоп, на украинский. Ой, тоне вечер, тоне вечер. Ой, мне малым мало спалось. Ой, мне малым мало спалось. Ой, да во сне привиделось. Ваши аплодисменты первому кругу, которые прошли наши участники. Итак, наверное, переходим к следующей песне, то есть ко второму кругу. А я вторую вспомнила. Сколько их у вас? Еще не знаю. Интригующе. Итак, урок украинского языка, вот девушка, можете обращаться. Итак, это уже какие-то секретные позывные были только что. Итак, я прошу под ваши аплодисменты, давайте поприветствуем наш второй круг и нашу участницу. Ой, мороз, мороз, не мороз меня. Все. От такого голоса у меня даже мурашки, похоже, пошли. Итак? Я не знаю. Давайте мы попросим вас выйти, вы дуэтом исполните за всю польскую страну. Прошу, пани. Давайте поддержим. Как зовут девушку? А меня зовут Наташа, но, к сожалению, мы не можем вспомнить ни одной польской песни. Можно не польскую. Главное, чтобы уже на сцене. Но и вечер славянского фольклора относится также и к стихам. Вот, это, если я не ошибаюсь, стихи тоже входят в культуру, поэтому я расскажу стих. Пук-пук, кто там? Ну я, ліщ. Юж до школи треба іщ. Всі діти стали з лужек. Не шпій, а не трохи дуже. Ваші аплодисменти, браво. Итак, Андрей. Андрей пропускает круг. Итак, мы... Давайте мы тогда... Андрей, я так понимаю, уже не помнит песню. Да. Давайте поаплодируем и скажем спасибо Андрею за то, что он поучаствовал. Спасибо, Андрей. Итак, Алексей. Да. Ой, чий то кінь стоїть, що сива гривонька, ой, сподобалася, ой, сподобалася тая дівчинонька, ой, сподобалася, ой, сподобалася тая дівчинонька. Ваші аплодисменти. Итак, у нас прошел второй круг. Наши участники, я вижу, только разогрелись. Итак, третья песня. Я быстренько. Да, пожалуйста, у нас времени. Ты ж мене підманула, ты ж мене підвела, ты ж мене молодого з морозом одвела. Все. Спасибо вам большое. И теперь опять наши польские друзья. Песен мы не знаем, стихи мы рассказали, осталось только показать какой-то танец. Ну, допустим, давайте мы представим, вы будете озвучивать, а вы будете танцевать. Ну, давайте уж. Музыка, я буду вам напевать. Бам-бам-бам. Я думаю, попросим нашего диджея, чтобы включить вам что-то. Вам только дай повод, и это сразу начнется. Итак, наш диджей выбирает не свою любимую песню, а...
Не волнуйтесь, ребята, у вас все получится. Е у лісі калина, 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 бобрики, тимбрики, калина, калина, калина. Ваши аплодисменты в то время, когда наш диджей что-то ищет, уже ребята все исполнили. Мне нравится этот дуэт, давайте им еще раз поаплодируем. Итак, Алексей, выбросьте все шпаргалки. Все, покажите свои руки людям, что все по-честному. Пойте. Дело в том, что вот у нас есть гимн, очень такой хороший, «Ще не вмерла Україна». Момент, момент. Он не народный. Ни славы, ни воли. Но на самом-то деле никто не помнит здесь замечательное произведение Лысенко «Молитва за Украину». Вот мне кажется, на самом-то деле вот это произведение, оно достойно было стать гимном нашим. Государств. Боже вели... Нет, это опять же не вмерло. Не-не-не, Боже великий, единый... Да. Боже великий, единый, нам Украину храни, волі і світу проміням, ти осени, світам науки і знання, ти просвіти, щирі любові до краю, ти нас, Боже, зрости. На самом-то деле там и слова намного лучше и правильнее. Мне нравится, что каждый раз, когда Алексей перед своим выступлением и после своего выступления, говорит, да, комментарии. Да. Молодец, творческий человек. Итак, третий круг прошел. У нас давайте еще раз поаплодируем, потому что я не знаю, с какого багажа они достают эти все знания. Итак, наша участница Елена, которая взрывным своим голосом покорила уже, по крайней мере, мое сердце. Засмущали. Итак, Елена. Ой, у вишневому садку там соловейко щебетав, додому я просилася, а він мене все не пускав, додому я просилася, а він мене все не пускав. Это было здорово. Итак, мы снова возвращаемся к нашим польским друзьям. Все время, когда они находятся здесь на сцене, я слышу свой голос и ихний. Вот, кто бы ни пел, я всегда слышу. Так, какой интересный этот польский язык. Będzie kolenda. Что означает «я люблю тебя, ведущий». Итак, просим вас. Можно? Да. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Przywitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Przywitajmy maleńkiego i Maryję, Matkę Jego. Ваши аплодисменты. Знаете, у меня складывается такое ощущение, что, что бы они ни исполняли, мы все равно не знаем, о чем они поют. Может, там нету никакого смысла. Я шла по улице, у меня в руке была кувалда, и я била молотком. Да, спасибо. Итак, Алексей, прошу вас. На Ивана тайна купала. Ой, на Ивана тайна купала, там дівчинонька квіти збирала. Ваша горішнята. Мне нравится, опять-таки, что Алексей очень так разбавляет на серьезную ноту мои какие-то веселые комментарии. Растворитель. Растворитель. Итак, Елена. Это девушка, которая говорила, что я знаю буквально полторы песни. Уже четвертый круг. Нагло соврала. Я уже хотел уйти. Я вообще, у меня смутное подозрение, что я этого человека не перепою, потому что, я так понимаю, там запас песен до утра. Теперь вы знаете секретное оружие Елены. У нее там есть колющий предмет, который помогает убирать противников. Итак, Елена, прошу вас. Как калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя, калинка, калинка.
было очень весело.